Как сообщает пресс-служба областного УМВД России, 17 декабря двое злоумышленников, мужчины 38 и 43 лет, вскрыли окно и похитили 36 тысяч рублей из садового домика в Тамбовском районе. Хозяин заметил пропажу сразу и заявил в полицию, которая по горячим следам вычислила и задержала воров. Мужчина опознал водитель такси, который подвез их до одного из гипермаркетов в северной части Тамбова. Оперативниками и следствием изъяты похищенные денежные средства в сумме 36 тысяч рублей, которые в самое ближайшее время будут переданы законному владельцу. Кроме этого, изъяты улики, подтверждающие совершение преступной деятельности, перчатки, в которых работали подозреваемые, а также орудие вскрытия окон. В данный момент один из подозреваемых находится под стражей в следственном изоляторе, а со второго взяли подписку о невыезде. На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Кража».